Производство бензина на Ачинском НПЗ восстановят к осени. Об этом в финансовом отчете компании сообщили представители Роснефти. Сегодня на заводе идет внеплановый ремонт после аварии. Напомню, она произошла 15 июня. Тогда взрыв унес жизни 8 человек и сильно повредил оборудование. Полностью же восстановить производство планируется к октябрю-ноябрю этого года. Обеспечение топливом Восточной Сибири и Дальнего Востока будет производиться в полном объеме, говорят в Роснефти. Как это скажется на цене бензина, эксперты пока говорить не готовы.